это чемпионы страны легенд. Это ваш кубок, вы заслужили. Битва интеллектов, каверзные вопросы, дуэль капитанов, семейное дерби, новый обладатель Кубка страны легенд и при чем здесь Пушкин? Обо всем по порядку. Господин ведущий Виктор Савченко встречает гостей. Учителя, студенты, спортсмены, домохозяйки, кассиры, юристы, чиновники, министры. В стране легенд все могут проявить себя. В третьем сезоне в онлайн-викторине сыграли 14 команд. До финала дошли ОНФ и команда зрителей. Но все могло быть иначе. Ну, рулетка определяет порядок вопросов. Это такая фишка этого сезона. Это чисто спортивная интрига, потому что от порядка вопросов, поверьте, зависит все. Если бы не эта рулетка, у нас, возможно, и другие финалисты были. Были команды, наверное, не менее достойные. Это спортивная удача, спортивный азарт. Настрой великолепный, команда организована, команда понимает, какой уровень сегодняшней игры. Команда ОНФ – чемпионы прошлого сезона. Стартовали плохо, стояли на грани вылета, но собрались и снова дошли до финала. Можно здесь вообще предугадать, какие вопросы? Да, конечно. Мы видим древних греков, значит, будет вопрос из Древней Греции. Видим Пушкина, значит, будет вопрос из 19 века и, возможно, из пушкинских. Видим Ее Величество Екатерину Великую, и, значит, мы можем допустить, что будут вопросы, связанные с правлением нашей императрицы. То есть игра еще не началась, а вы уже ищете. А мы уже работаем. Команда зрителей победит. Зрители, победители. Итак, вы даже девиз придумали. Нет, конечно. Кричал. Давайте так, не отходить от наших традиций. Главное, не в сухую. А это значит 6-0. Нашу пользу. Так поддерживают диванных знатоков, команду зрителей. Сначала они просто смотрели за всем со стороны, отвечали на вопросы и узнавали новое Приднестровье. А во многом благодаря 10-летнему Льву оказались за столом и в эфире «Страны легенд». Лев, расскажи вообще, как ты привел бабушку в «Страну легенд»? Ну, я люблю историю. Смотрел «Страну легенд», чтобы свои знания проверить и усилить их. Смотрели вместе. И на зрительский вопрос бабушка ответила. И потом она предложила создать команду зрителей. Вот, и сейчас они играют в финале. Команда очень дружная, несмотря на то, что мы друг друга не знали. Ведь те же коллективы, получается. Какие-то организации общественные, МИД, например, молодежный парламент, избирком. А мы случайные. Расскажите, как собиралась вообще ваша команда? Мы победители QR-кода. Вопрос зрителям. Онлайн-викторина. Знатоки на месте и готовы к битве. 10 вопросов о Приднестровье, 2 минуты на ответ. И удивительная битва взглядов. Друзья, посмотрите друг другу в глаза. Кто первый моргнет, тот, та команда в случае ничьей проиграет. Нет, но это не просто шутка. Это «Страна правда. Легенд» — это ведь тоже игра на силу духа. Она может стать решающей. Когда будет счет равный, если он будет? Александр моргнул. От легендарного Вертинского до загадки трипольцев. Лишь с третьего вопроса открывают счет игры. Как звали девушку из солнечного грота в парке Родина? Подсказку разгадали – Аурика. Кстати, из Чобруч – музыкант Евгений Аврамов. В перерыве гостям и телезрителям он дарил особенное настроение. Мы будем вместе, как такой красивой. Еще одна интрига вечера – семейное дерби Артюховых. Сложнее всего маленькому Ване, папа из ОНФ. У нас скорее решается, никому достанется кубок, а кто в ближайшее время будет готовить борщ. Мама в команде зрителей. Мы пожелали друг другу удачи. В любом случае, кубок будет в семье. Мы всегда вместе смотрим «Страну легенд» и пересматриваем всегда вместе. Юный Иван – автор комиксов о «Стране легенд». Только там страна легенд котиков. За кого ты болеешь? За маму или за папу? За маму. За маму! Маму. Аплодисменты! Кто кормит, за того мы и болеем. Это Дарман. И Иван, большой поклонник «Страны легенд» тоже, да? У тебя комиксы даже есть уже, да? Да. Как твоя эпопея с комиксами продолжается? Все больше становится? Да. Александр Сергеевич вручит тебе фирменную чашку «Страны легенд» и книгу. «Страна легенд» теперь это не только телевизионный проект. Первый Приднестровский в этом сезоне выпустил книгу по мотивам игры. 3 раздела, 33 вопроса. Все о Приднестровье. Очень интересные вещи. Можно почерпнуть, листая под этот буклет. Ну, например, один из фактов, вот, с
слышали когда-то про татуировку Николая II, но не было оказии специально ее поискать в интернете, полюбопытствовать, как она выглядела. Большую часть книг Первый Приднестровский подарил школам. В Бендерском лицее с юными зрителями провели даже небольшую игру. Один из вопросов – что же делала съемочная Спилберга в Рыбнице? Оказалось, снимала фильм о рыбничанке, которая спасла евреев во время Великой Отечественной. Какой из вопросов тебе больше всего понравился? Мне самый последний вопрос больше понравился, потому что... Про рыбничанку. Да, спасение детей и евреев под угрозой казни – это героический поступок. Проникся, да? Да. Команда лицея «Большая перемена» попала в топ-8. В зрительном зале за столом их главный болельщик – министр просвещения Светлана Иванишина. Мы начали... Часто вообще «Страну легенд»? Я все смотрела. Я фанат. На все вопросы правильно отвечаю? Нет. Честно говоря, нет. Но стараюсь. Так что вот сегодняшняя игра так обнадеживает на хорошее настроение, позитив. И, конечно же, с большим интересом будем наблюдать за тем, кто же будет победителем. Я еще раз хочу публично вам признаться в любви, сказать, что вы мой любимый преподаватель. Как вы были, мой любимый ученик. Спасибо большое. И цветы для вас можно? Спасибо, не ожидал. Цветы лично от Екатерины II для вас. Мы все вместе играем давно в интеллектуальные игры, уже около 6 лет, и тренировка каждую неделю происходит. Какой был самый запоминающийся вопрос во время «Страны легенд»? Самый запоминающийся для меня, когда я играл в составе команды молодежной избирательной комиссии, когда был вопрос по Сталину и Черчиллю, и правильный ответ был «Бог и дьявол». На табло 2-1. ОНФ на шаг впереди зрителей. И тут вопрос с деревянным ящиком. Вот он перед вами. Посмотрите на ящик. И теперь, внимание, вопрос. Деревянный ящик. В 1915 году юный Есенин прибыл покорять Петроград. Во что поэт, который был женат на актрисе Зинаиде Райх из Бендер, обернул свои стихи? Предмет внутри ящика. Это платок. Он обернул стихи деревенским платком. А еще зажигал на сцене Артем Мазур. Репертуар специально для финала «Страны легенд». В преддверии финала 2000 человек выбирали в нашем телеграме и инстаграме лучшего знатока этого сезона. Им стал Дмитрий Игнатьев, игрок айтишной команды «Декс». Кстати, в канун объявления результатов голосования у него родился сын. Когда вопросы интересные и хорошие, да, четко складывается логика. Игра достаточно спортивная, поэтому холодный ум, трезвый расчет и... стараться выиграть. А это сюрприз для юного льва. Мы уже с ним знакомы как шестым игроком команды «Зрители». Помимо «Страны легенд», еще он – страстный болельщик авангарда ТВ-ПМР. За правильный выбор – подарок от главного тренера телевизионщиков Дениса Наконечного. «Страна легенд» исполняет мечты. Ездил вместе с нами на турниры, болел за команду. Лев, тренер, перед тобой. И он хочет сделать тебе подарок прямо сейчас, подарок. Лев. Тем временем счет равный – 3-3. Последний рывок – вопрос о дате строительства Покровского храма в Рашкове. Но недавно под храмом в ходе раскопок обнаружили некий предмет. Скорее всего, он был частью так называемой закладной жертвы. Этот предмет подсказал – дата постройки другая. Команды не взяли этот вопрос. Впереди битва капитанов. Она все и решит. Это как серия пенальти в футболе. Такого финала, мне кажется, у нас еще не было. Итак, поехали. Вопрос номер 1. Блиц, 5 вопросов. На ответ 30 секунд. Интрига закипает так, что у меня уже просто нет слов. Итак, вопрос номер 3. Закончите фразу Вольтера. Когда сказать нечего, всегда говорят. Еще 2 вопроса, и судьба Кубка 3-го сезона решена. Кто или что олицетворение Моисея и Прометея одновременно обсуждает весь зал. Ну и самый главный вопрос. Что ответил Пушкин императору Александру, когда тот в Царскосельском лицее спросил у воспитанников, кто среди них первый? Потому что первый – это император Александр I. И вот сейчас... Независимый судья Вадим Левицкий огласил, в «Стране легенд» победили зрители.
Вот они, эмоции радости. Это очень сильно многие болели, понимаете? Мы не могли подвести зрителей, приднестровцев. Версий в голове просто миллионы, миллиарды, а иногда вообще версий нет. И когда твоя команда рядом, они тебе помогают, а здесь все решаешь только ты. Это очень сложно. С победой вас! Спасибо! Ура! Спасибо! Самое главное, что сегодня получилась очень интересная игра. Зрители действительно достойно победили. И, наверное, так должно быть. У вас кубок уже есть. У нас кубок уже есть, пусть будет у всех. В следующем сезоне. Обязательно. Выйдите. Играем. Попробовать ответить самому на вопросы и окунуться в атмосферу страны легенд. Полная версия мега-финала третьего сезона есть на нашем YouTube-канале. Ну а мы не прощаемся. Самое интересное впереди.